Здравствуйте! В эфире телеканала «Абакан-24» с прогнозом погоды Ксения Майер. 3 февраля, пятница. На календаре необычный праздник – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Признайтесь, часто допускаете в речи нецензурную брань. Вы знали, что ненормативная лексика – понятие очень широкое. Она включает в себя и такие понятия, как жаргон и, например, сленг. Поэтому сегодняшний день – отличный повод последить за тем, что вы говорите. Крупнейшая пятигорская выставка меха «Ангелина Сэм» в Абакане только до 5 февраля. Новые коллекции 2023 года по выгодным ценам. В Новый год в новой шубке. ГЦК «Победа», проспект Ленина, 69. Надоела старая шуба? Сдай ее нам и получи скидку до 50 тысяч рублей. Меховая фабрика «Ангелина Сэм» в Абакане. Только до 5 февраля в ГЦК «Победа». Пятница, 3 февраля. В Черногорске переменная облачность, температура днем минус 17, ночью минус 20 градусов. В Саяногорске похожая метеокартина, днем минус 13, ночью минус 17 градусов. В Сорске солнечно и без осадков. В светлое время суток температура опустится до минус 18, ночью минус 20 градусов. В Абазе ясно, температура днем минус 11, ночью минус 14 градусов. В Абакане тоже ненадолго выглянет солнце. Минимальная температура днем минус 19, ночью минус 20 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Уважаемые автомобилисты и пешеходы, одной из причин происшествий является проблема своевременного обнаружения водителям пешеходов на проезжей части в темное время суток, особенно если они одеты в темную одежду, которая сливается с фоном дорожного полотна и окружающей обстановкой. Используйте светоотражающие элементы на одежде во время передвижений по проезжей части и в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Это был прогноз погоды на телеканале «Абакан-24». Всего вам самого доброго!